Резко изменившуюся Дубцову перестали узнавать. 37-летняя певица поделилась в Инстаграм новым портретным снимком из гримерки. Однако многие поклонники остались недовольны тем, как выглядит Ирина Дубцова. Нет настроения? Надевайте красный. Есть настроение? Красный даст усиливающий эффект. Как настроение? Подписала фото артистка. В кадре она позирует перед зеркалом в ярко-красном блестящем платье. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что звезда сама на себя не похожа. Они решили, что исполнительница переборщила с фотошопом и оставили критические замечания в комментариях к посту. Ирина, а это точно вы? Бледное лицо, тонна фотошопа. Ой, как надоели эти фильтры бесконечные. Лицо плоское, не узнать. Высказались фолловеры. Самые преданные поклонники все же посчитали, что их любимица прекрасна в любом виде. При этом многие отметили, что звезде к лицу черный цвет волос. Красотка. Русская Моника Белуччи. Богиня. Шикарная. Похудела, похорошела. Осыпали комплиментами подписчики Ирину Дубцову. Публикация фотографий из Инстаграм. Ранее Ирина Дубцова выяснила, почему периодически полнеет, не меняя рацион. Певица уверяет, что всегда питалась правильно, но все же вес скачет. Артистка обращалась к разным специалистам. Оказалось, что она набирает лишние килограммы от стресса. Так организму проще справляться с нагрузками. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Сенсационный секрет сексуальной мощи 88-летнего Краско. Зачем такой огромный силикон? Россияне распекли вывалившую грудь дочь Крутого. Седокова откровенно о соблазнении Абрамовича. Собирающая со столов объедки Цой умоляет о помощи. Видео. Не ахти, вскрылась правда о состоянии тяжело больного Алибасова. И многое другое.